Всем здравствуйте! Сегодня хочу представить вашему вниманию рецепт весеннего легкого салатика, достаточно диетического. Для него нам понадобится яйца, черемша, соль, сметана. Можно вместо сметаны заправлять майонезом, либо каким-то растительным маслом, которое вам по вкусу, льняное, оливковое. Можно также добавить любые специи, приправы, если вам нравится. Значит, что нам для этого нужно? Отварить яйца, я уже отварила. Промыть черемшу и нарезать. Сама черемша является краснокнижным растением. Это растение растет во многих странах. Еще черемшу называют ведмежьим чесноком, либо ведмежьим луком. Но, скорее, я думаю, это все-таки ведмежий чеснок, потому что вкус у черемши такой, как чесночок. Черемшу нарезаем обыкновенно, а яйца кубичками. Итак, ингредиенты подготовила, яйца порезала. Черемшу порезала. Теперь это все соединяем. Строгих пропорций я не придерживаюсь. Все делаю на глаз. Хочу заметить, что этот салатик с удовольствием могут употреблять дамы, которые следят за своей фигурой. Он есть и диетический, и низкокалорийный. Притом в черемше она молоденькая, в ней очень много разных витаминов, микроэлементов, минералов. Кому интересно, чтобы я сейчас не перечитывала, не занимала ваше время, поинтересуйтесь в Ютубе. И черемшу надо есть быстренько, она быстро проходит, она недолго. Она вот появляется неделька-две, и потом она начинает цвести и отходит. Растет она у нас в наших лесах, не везде. Салат готов. Приятного всем аппетита! У меня также на канале есть еще несколько рецептов таких легких, диетических, низкокалорийных весенних салатиков. Всем до свидания, будьте здоровы!